Привет, зритель. На моем балконе минус 13 градусов, при том, что он застеклен. Я со вчерашнего дня размораживаю холодильник. Ну, как-то вот ждала все, когда холодно будет. И мне вот среди ночи клюнуло в голову почитать рецепты, и внезапно, так как я уже где-то месяц назад как узнала, что анка – это паста вот эта сладкая, бобовая, на самом деле делается из красной фасоли. И похожая паста делается из белой фасоли, но название другое. Не знаю, не гуглила еще. То я решила, что надо это замочить, записать на камеру. И уже вот когда пройдет 12 часов, потому что минимум 12 часов она будет у нас в замоченном виде лежать. Красная фасоль. Я потом поставлю камеру на штатив и буду фиксировать свои процессы готовки. Ну вот, я пока вот здесь ее показала. Я на самом деле не знаю, есть ли тут 200 грамм. На 200 грамм фасоли и 250 грамм сахара. В идеале тростникового, у меня обычный сахар. Ну, как по рецепту я посмотрела, там, в принципе, можно и обычный сахар. А еще у меня гора посуды, ибо я вот вчера как-то отрубилась больно рано в 9 вечера. А еще у меня готовая сваренное сгущенное молоко, которое в Инстаграм скинуто уже. И вот сейчас мне надо найти. Сначала, я думаю, надо мне взвесить эту фасоль, чтобы если тут вдруг меньше грамм, то как-то подкорректировать будущий видеорецепт и найти то, в чем вот я вижу там белая кастрюлька, в ней замачивать. А тут у меня кефир. Ну, можно сказать, изначально, возможно, это мог бы быть смузи. Что-то вышло у меня очень много. Это у нас бывший иммуна закваски от Бакздрав. Последний пакетик 2, по-моему, у меня иммуна было. Потом тут замороженный контейнер. У меня был черника, яблоки и бананы перезрелые. Все это замороженное было. Ну, как бы смешалось. Плюс еще у меня был такой почти перезрелый банан, не замороженный в шкурке. Я его очистила и все сюда сблендерила. У меня осталось... Сейчас как раз ранний завтрак в 3 утра будет. 3:43. У меня свет в комнате горит. У меня еще вчера случилось несчастье. Лампочка перегорела. Хотела я ее вернуть. Меня долбануло током. И я поняла, что это надо делать совсем с выключенной лампочкой. Со всеми четырьмя оставшимися. И, видимо, все-таки утром. А тут у меня паста финиковая. Запеченная. И вот тут внезапно даже больше, чем есть, в смысле всего. Тут у нас 200 грамм как надо. Вот тут мониторчик. И тут еще вот осталось. Еще на раз. Может, ну, в смысле, конечно, не на раз, но можно будет там или докупить и добавить, или просто сварить и съесть. Сейчас я это залью водой. Вот у меня фильтрованная вода. Литр с чем-то. Конечно, это советуется делать на ночь. Но у нас, в принципе, ночь. Но в идеале, люди, надо делать на ночь. На ночь замочили, утром, если у вас выходной, свояли. И сейчас у нас 4:04. Плюс 12 часов, 4 часа. Ну да, что я так это считаю, то в 4 часа дня можно будет заваять. 8 февраля. Вообще у нас прошло уже 13 часов, потому что я тут отползала за молочком, чтобы сделать мацони. Сейчас я тут эту воду солью. Так что, люди, знаете, сначала вы заливаете водой, отстаиваете эту фасоль, потом воду сливаете и заливаете новой водой. Вот залью новой водой и засниму. Решила, что 1,5-литровая кастрюлька все-таки так-то не очень пригодна. Ну, маловато было на 200 грамм фасоли. Я слила вот ее через дуршлаг, промыла проточной водой. Сейчас вот ее пересыплю и залью фильтрованной водой. Сейчас я попробую справиться с одной рукой. Теперь, люди, знаете, вот вы слили воду, промыли фасоль, залили свежей водой и поставьте варить. И она должна дойти до кипения. Как первая пенка появится, так воду надо поменять. Но я это еще засниму. Это, если вы забыли, мы делаем сладкую бобовую пасту анка.
И товарищ по скандейту мне сказал, что, будучи в Рашке, он тоже ее уже делал. Кастрюля у меня на 2,5 литра. Это где-то на 1,5, наверное. Ну, может, чуть тут еще налилось пока. В общем, где-то 1,5, наверное, литра тут и есть. Сейчас я это поставлю на газ. Когда закипит, я вам засниму. Вот у нас сейчас время. И я поставила на газ. Кстати, собираюсь в мидленоварке сварить макароны. Ну, это я так, к слову. Оно фоном будет вариться. Пока я мыла посуду, у меня как раз пошла первая пенка. Сейчас у нас было сколько там, минут-то 13 или как-то так. Ну, короче, вот час 22 стало. В общем, первая пенка пошла, я газ выключила. Сейчас это солью снова на дуршлаг. И залью уже свежей водой. Надо будет, наверное, доливать. Может, он... Здесь у меня тоже фильтрованное. У меня вообще кипятка как бы кот наплакал. Ну, в смысле, кипяток у меня только вот в чайнике. И то по большей части там тоже фильтрованная вода. Вот я его слила на дуршлаг. Дуршлаг уже вымыла. А мне удобнее всего говорить дуршлаг. Кстати, люди, кому как удобнее говорить? Дайте знать потом в комменты. Я тут сейчас чутка вылью. И чтобы удобнее было, сниму сразу крышечку. Этим я обычно чай разбавляю себе или людям. Может, правда, не все люди знают, что это не кипяток, а фильтрованная вода. Так, вот у нас где-то тут 1,5 литра случилось, да, и периодически надо будет водичку доливать. Я все часов планирую посмотреть онлайн, в прошлый раз у меня не получилось, либо человек в гостях появился внезапно. Онлайн на 6-ю или какая там 6-я вроде серия Мадоки, он будет где-то через 36 с лишним минут. 6:04 она, по-моему, начинается, ну или в 4 минуты следующего дня по японскому времени. Сейчас я это поставлю на газ. Вот она у нас 17:25 стала на газ и должна вариться 2 часа. То бишь 5:25, 7:25 она будет готова. Вот у меня вода наливается. Подозреваю, что фасоль моя готова, ибо 2 часа прошло и даже чуть больше. 25 минут тогда было, да? 2 часа и 9 минут. Я что-то засиделась, отнулась сурьбок переводить. Не знаю, как у вас, у меня иногда бывает даже... Как я поняла, ужасная нудная манга тянет в перевод. В общем, сейчас я газ выключу. И по рецепту. Там, конечно, сказано слить воду, но это уже аквафаба. Когда я узнала про аквафабу, тут у меня ройбуш. Я уже это не могу на нее спокойно смотреть. Я, короче, сейчас солью аккуратненько аквафабу. Потом промою фасольку и верну ее обратно. Кастрюльку, вот пока я выключу. Я, конечно, могу на где он мне вообще на штатив поставить, но что-то мне как-то удобнее сейчас на руке снимать. Не тот ролик, где обычно дофига много всего, и вот у меня пара таких есть, и что-то там все-таки придется вырезать. А такой вот, ну, почти как кефир я делала, только вот, ну, не совсем так. Короче, вот тут у меня макароны. Что-то так хотела макарон, сварила макароны, поняла, что не хочу макарон. Чем пока отключаюсь. Я тут слила себе почти 2 контейнера. Ну и сейчас вообще оставшееся перекину на дуршлаг. Я знаю, что он по-другому называется, но мне так удобнее. Промою фильтрованной водичкой и обратно верну сюда, в кастрюльку, в эту же. Воды у меня оказалось чуть меньше, чем я думала. Ну вот оно. Конечно, лучше это делать... со свободной рукой. Но я сейчас возьму уже без камеры из кувшинчика воды и еще раз ее пролью и промою уже 2 практически руками. В итоге я водрузила все-таки его на штатив, потому что надо будет еще мне уточнять в телефоне, хоть сейчас он выключен, рецептик, ну и как-то все равно это не получится, наверное, постоянно включать, выключать, пусть лучше так будет. В общем, у меня тут готовая фасоль, промытая уже
У меня стакан сахара. Так, может как-то это сдвигать. За чайником, если кто особо ранимый, там гора посуды прямо в кастрюле. Я делаю ибо очередной кефир. В общем, тут у меня стакан сахара. Сейчас я это счастье засыплю сахаром все. И люди, если вы вдруг в танке и смотрите с середины или что-то не заметили, воду мы не добавляем. Тут у нас слитая, промытая слегка проточной водой фильтрованной фасоль и стакан сахара. Сейчас мы это будем на огромном огне жарить. Да, я знаю, что у меня есть фигня, которой можно включить газ, но что-то так получилось, что она у меня выключена сейчас. А спички ближе. Так, в общем, надо у нас нам мешать. Вот и пригодилась мне эта деревянная ложка. Надо мешать и варить 10-15 минут. И стараться деревянной ложкой, согласно рецепту, растирать эту пасту. Я сейчас ее прихвачу прикладочкой, которую мне задарила подписчица Лёлька из Тюмени. Как ее называют другие блогеры? Фея. Фея Лёлька задарила. Чайной фея. Другой Лёльке прихваточку. Сейчас дрогну, может, это я случайно ногой задела палку треноги. Надо хоть время заметить этот. Мои 10 минут. Сейчас у нас без 10:08. Ну и сахар, короче, будет растворяться с той водой. Благодаря той воде, что осталось в посолинах. Если верить рецепту. Ну, моти я сейчас, наверное, делать уже не буду. Как бы я планировала записать исключительно Анка на камеру. Сейчас, наверное, как-то вот чисто покажу, держа штатив. Вот уже видно, что там сиропчик начинается. Пол ролика вот такое как бы срезанное. Часть ролика будет, как обычно, в моем стиле. В общем, сами моти я, наверное, сделаю завтра уже. И если карта ляжет так, то, может, и запишу. Вообще, там дальше итоговый процесс, это надо через сито протереть в идеале. Я вот думаю, интересно, можно ли использовать блендер подружной. Я никогда не думала, что сладкие бобы японские — это обычная фасоль с сахаром. Я реально думала, что это просто сладкие бобы. Ну, как бывает, там сладкий сорт яблок, допустим. Сейчас я проверю, что там у нас. Гляну, уточню. Короче, как тут нам пишет дядечка, оставивший этот рецептик, я ссылку потом под видео оставлю на этот рецепт.
С телефона надо будет только скинуть куда-нибудь, чтобы можно было его передернуть. Короче говоря, если не про... Ну, вот сварили, она такая вот в сахарном сиропе, там масса, и не протирать ее через сито, то ее тоже можно как бы использовать, и она используется. Цитата практически. В некоторых блюдах японских, в некоторых десертах, короче, японских и китайских, она используется вот в таком вот непротертом виде. Так, жарко стало уже. Ну, а если именно вот пасту анка, то надо нам ее будет потом протереть. А жмы их можно прям пройти через мясорубку и тоже хавать. Но это вперед забегаю. Я, пожалуй, камеру пока временно отключу, просто удобнее стоять именно в том месте, где штатив сейчас стоит, чтобы держать и протирать. Вот у нас тут остается где-то минуты 3 для уваривания окончательного. Конечно, я не уверена, что ложкой можно так вот раздавить фасоль, как мужчинка там пишет, но человек. Вот такое нако. Вот такое нахито на самом деле. Чем как там вот такое нахито пишет, но у меня она более темная и изначально там она как бы какая-то супер японская фасоль. Я не помню, где я эту покупала. Может быть, даже на разрез. Но она темнее выглядит, чем у него. Даже вот с промывками и так далее. И раньше, когда я варила там, учитывая промывки эти все, при настаивании. Короче, может быть, она еще и размером поменьше. Может быть, она и японская была изначально. Судя по тому, как она сейчас выглядит, я думаю, это паста. Масса, точнее, пока еще все-таки уже готова. Я сейчас газ выкручу. И надо будет мне достать ситечко и то, во что это протереть. Но в каком-то плане вот можно сказать, что она готова именно вот в таком виде. Если вам лениво ее протирать через сито, можете так хомячить. Чуть-чуть изменила угол наклона. Сейчас надо сообразить, чем бы ее черпать, чтобы еще и протирать. Деревянной или же металлической, пластик, не пластиковой, какой, короче, вот такой ложкой. Переверну к себе экранчик, чтобы знать. Видно там? Да, видно. Руки видно. Надо протереть через мелкое сито, чтобы масса освободилась от шкурок. Сито вроде мелкое, только я пока не пойму, оно протирается или нет. Хотя можно, мне кажется, блендером можно погружным, а потом уже протереть. В общем, если сейчас оно у меня не протрется, то я, наверное, сделаю блендером. Ну, вроде как протирается. Видимо, это очень трудоемкий процесс. Надо мне, наверное, еще какую-нибудь ситечко купить. Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Ну, что-то оно как-то вообще. Пожалуй, я пока временно выключу и попробую часть погружным блендером уделать. Я тут немного погрызла с ложечки. Так, это поднять и немножко еще наклонить с деревянной. И в принципе, слушайте, оно такое необычное, интересное и съедобное. Да, я вот тут измельчила это. Вот. Надо, наверное, все-таки опустить слегка вот так. Ну и тут я чуть-чуть еще протру. Ой, фасолина упала. Вообще, если кто-то из вас уже такое делал, может быть, по чьему-то иному рецепту, дайте в комментах знать. Но мне что-то такое интересное по вкусу напоминает, на самом деле. Но пока я не поняла еще, что. А, вот что, я делала что-то похожее методом тыкв совершенно. У меня случайно по консистенции вышло, так, какао-бобы. Нам с подругой напомнили они помадку, которую обычно песочное пирожное покрывают. Это настолько мелкое, что с него даже не хочет опадать. Думаю, что надо это ложечкой чайной вот, достать. Такой странный, интересный аромат пошел. Будто бы там масло какое-нибудь было. Ну, когда, допустим, много кокосового масла в еде, то у меня вот похожий аромат бывает. Может, фасоль дала какое-нибудь масло. Вот когда специально ничего не нюхаю, никакую еду, то у меня какие-нибудь запахи вот очень чувствуются. Ну и когда она остынет, можно благодаря какому-нибудь крахмалу сделать шарики из нее. Так, я думаю, надо еще одну ложку достать. Досталась вилка. Сейчас это залить. Слушай, зритель, не считая того, что вкус там фасоли идет, ну, люди как бы обычно привыкли эту фасоль есть несколько иначе. Очень интересная штука. Хотя я вот я долго-долго думала, что гречку едят исключительно или с молоком и с сахаром, или просто с сахаром. А потом, впервые, когда стала учиться, в столовке обнаружила, что гречку почему-то едят с мясом. Изначально для меня это было шоком. Надо залить это водой. Стаканчик поставлю. Хотя нет, в этот стаканчик она не влезет. В общем, пусть оно будет. Слегка помокнешь. Можно это как-то все переложить, что ли, протереть. Хотя, вот, мне кажется, может, я варила ее чуть подольше надо было, чтобы в ней побольше этой жидкости осталось. Или я все-таки много этой жидкости вылила с нее. Ну, как бы сироп-то вышел, но что-то она больно быстро загустела. Хотя, может быть, потому что я тут отвлекалась на камеру. Вкусная штука. Вода как раз в кастрюльке. Надо будет крахмал достать.
Попробовать скатать эти шарики. Что-то вот не измельчилось. Ну, будем считать, что это первый, блин, первый эксперимент все-таки это как бы. Может, надо было вилкой, наверное, это мять. Вилкой удобнее, оно проминается. Если в следующий раз буду делать, а буду делать наверняка, то это. Буду мять вилкой через ситечко. Может, оно более плотное, чем, допустим, ягоды, когда вот смородину протираешь через ситечко, то ложкой удобно. Но не вышло у нас жмыха, как в том рецепте. Ну, может быть, еще не вышло, потому что я тут блендером по большей части пролупила это все. Но я все-таки хочу попробовать эти шарики сейчас катать. Поэтому я пока тоже временно отрублюсь, потому что надо крахмал достать. И крахмал там кукурузный обычно используют. У меня есть картофельный, есть тапиоковый. Я думаю, что лучше тапиоковый. Вот я тут на коврик закинула. Вообще все сейчас делала, придерживая полотенцем, потому что как-то забыла, что камеру-то не включила, а уже руки-то слегка в этом самом. Я даже в Инстаграм уже успела закинуть. А, это у меня вилка. Я забыла, что это у меня вилка, мне надо ложку. Ой-ой-ой-ой. Вообще ложка с дырками. Может, конечно, это большая ложка. Там хоть видно? Да, видно. То уже руками-то даже монитор не повернешь сюда. Ну, а мыть я, наверное, завтра сделаю. Ну что, в принципе, в моти пасту эту завернул и все. Клубники у меня нема, киви надо покупать и чистить. Киви мне вообще что-то неохота. Что там еще на начинку берут? Ну так-то, в принципе, они это катаются. Единственное, что у того Отака Нохита действительно очень светлая масса получилась. Хотя я тоже использовала белый песок. Надо будет потом товарища по несчастью спросить. Помнит он, что у него там было. Или нет. И может, все-таки надо было немножко оставить этого, не выжимать весь сок. Хотя сахар-то как бы, вот, ну, сироп-то по виду-то все было как там. Только что цвет другой, немножко потемнее. И, наверное, это действительно надо было делать быстрее, все растирать сразу. Не отвлекаясь на камеру, не отвлекаясь на попить чая между делом. Ну, ну, легко, вполне себе лепится. У меня будут новые конфетки к чаю. Все-таки надо сейчас мозги проветрить. Что-то вчера мало гуляла. У нас еще такой редкостный дубак был. Я как раз размораживать холодильник стала. Ну, за счет редкостного дубака у меня на балконе было минус 13. И мясика и прочее не размерзло. Не разморозилась.
но что-то так получилось, что всю неделю вообще не могла заставить себя включить ноутбук, чтобы именно в Бавари залезть. Монтаж там какой-то. Даже ролик, который я уже, наверное, уже 5 месяцев как хочу записать. У меня даже черновик есть бумажный. У меня все что-то как-то. Даже на него. Хотя он у меня в планерке стоит, что надо бы, его надо бы. Возможно, все-таки я его завтра свояю. Сегодня суббота. Зато я сделала клин-старт. Сразу за один день, за вечер. Сразу всю главу. Надеюсь, завтра получится попереводить хотя бы пару страничек. Потому что глава, ну, как я поняла, обещает быть очень забавной. Тот момент, когда Жанна приперлась посмотреть на короля, на дофина, а ей как бы подсунули не совсем короля. Ну, кто историю знает, тот в курсе. А кто не знает, но интересно, почитайте. Кстати, мне кажется, топиоковый крахмал даже на ощупь несколько иной. Они еще теплые, кстати. Не, конечно, можно оставить в таком виде. Мне что-то пьет эти конфетки сделать. Возможно, японцы меня бы не одобрили. И те, кто лопает эту анкопасту. Но я внезапно сделала то, из чего обычно, по большей части, пускают на какие-то другие десерты. 3 в 1. Шкурок у меня не случилось, потому что как-то их в итоге все раздолбало. Из того, может быть, оно все-таки не совсем тусичечка. Или оно супер мелкая. Не в курсе особо так-то. Ну, из него как-то оно стало совсем чуть-чуть вытекать, и, по-моему, оно застыло. Там надо будет соскребать ложечкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Какие это отмывать потом буду? Придется долго держать замоченным. У меня теперь есть очередная бюджетная сладость. Я тут зависала на кухне, думая, почему я пыталась от молока избавиться в своих рецептах. Видимо, меня тогда что-то склинило. Может, есть некоторые продукты, которые мне все равно надо есть. Хотя бы раз в неделю или там пару раз в месяц. Чтобы не клеить ласты. То у меня тут был... Как он там, этот? Упадок сил. 34,5. Я когда температуру смерила, третий раз в жизни такое. За последние 20 лет. Ну и вообще. Я офигела, думаю, наверное, что-то с градусником. Перемерила опять. И у меня еще ближний родственник был, потому что как бы я поняла, что сейчас ласты склею совсем. Ну как бы отлежусь, конечно. Но если кто-то придет и сделает мне крепкого чая, то я менее долго буду в состоянии труба. Ну я, мне ближний родственник говорит, что типа что-то удивляешься. Вполне может быть. Учитывая твою обычную температуру. Я подумала, действительно. Ведь у меня обычная температура – это упадок сил для нормальных, обычных людей. Не говорю, что я необычный чел. Есть те, у кого температура примерно как моя.
маленькая такая. Маленький шарик. Подсохло уже. Так и хочется сказать, сколько добра пропадает. Ну, налипло на стенки. Но вот здесь уже надо было пальцами быть немножко в этой штуке. Потому что на пальцы прилипло. Ну, блин, какой же он классный, этот тапиоковый крахмал. Прям шелковый на ощупь. О, так они шелковые вышли, как вот там девочка писала. Вот. Не, может, конечно, там мальчик какой-нибудь. Я там год этого написания рецепта не смотрела, но вроде какие-то камни-то были до 16 года. Возможно, что и другой крахмал вполне себе такой же. Никогда не загонялась на эту тему. У меня тут есть еще. Сюда выложим. Той самой пасты. Немножко на стеночке было. Я ее этот. Круто. Да, он очень мелкий. И надо было, наверное, все-таки горячую растирать. Я сейчас подумала, что надо чуть-чуть подождать, а то вдруг. Напоминает еще такой молочный сахар, который, вот я не знаю, ваши родственники когда-нибудь делали или вы сами. Который, если вот туда еще что-нибудь добавить, ну вот именно ту самую глазурь, немножко молочную, мягкую. Меня родственники делали. Я сама как-нибудь свояю потом. Так, молочный сахар. Бабушка варила, допустим. Ну, мама тоже делала. Тетя моя делает периодически родственникам своим моим. Но суть такая, что как-то вот бабушка делала и мама, и в какой-то момент то ли не доваришь, то ли переваришь, оно вот такой консистенции полутянучей, мягкой становится. Как раз как тут. Так, надо лапы. Скоро ко мне придет японский чай. Эсферические люди работали нормально, вообще не понимаю, чем связано. Что 3 дня ЕМС-посылка в Москве шарахается, и сегодня еще весь день в Ярославле она лежит без движения особого. Ну так, по почтам. Когда обычная посылка от Москвы до улицы за 2 дня долетала тут, доходила. Авиа за 5,5 дней вообще долетела. От меня до Япа. Вот я думала, что как в прошлом году было. В прошлом году за 5 дней дошло. Ну, вообще, как бы на 6-й так я получила, потому что наша почта не работала в понедельник. Ну, теперь придется ждать до вторника. Я, пожалуй, это просто заскребу. Ну-ка. И один маленький, именно та консистенция бобовой пасты Анка. Мягенькая. Протертая. Как-то это надо соскоблить. Вкусняшка. В общем, как мне было тут известно, благодаря комментам зрителей, некоторых я подсадила на аниме, ибо они не знали, что это. Если вы благодаря мне сегодня узнали про эту пасту, еще решите ее сделать,
то будет клево. Потому что по мне это очень бюджетное лакомство, на самом деле. Потому что надо только сахар и фасоль. Но оно очень вкусное. Вот только теперь это все надо будет залить водичкой. Все. Теперь бы надо это как-то... Я сейчас лапы помою, а потом выключу камеру. Думаю, ничего, если вы тут шум воды услышите. Может, теперь у меня вода не капает. Мне ее... Все эти штуковины друзья поменяли. Ну, в смысле, штуковины-то я покупала, но друзья поменяли. А потом выключу. Вот так. Лапки. Да, вот тут как раз отсюда вид такой хороший. Все видно, все эти штучки. Заодно еще чуть-чуть залила уже сверху этот насадку блендера, чтобы она отмылась. Ну что, гости канала и зрители постоянные. Вот наша Анка. Маленькая. Ничего так. И одна именно... Из этой вот самой протертой пасты. Сейчас я куда-нибудь это сложу и зафоткаю. В принципе, можно сюда сложить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, это еще теплое, 15, малюсенькая 16 и 17. Вот у меня 17 штук, надо только теперь на какую-нибудь салфеточку это поставить, потому что я поставила в крахмал и снова придется мыть лапы. Вы услышали шум воды. Я немножко залила кастрюльку. Водичка. Надо сейчас сообразить, куда бы аккуратно скинуть эту тапиоку. Завтра пригодится на обвалку мотей. Всем спасибо, кто осилился и ролик. Если вы вдохновились твоять посту Анка, то вообще круто. Всем пока.